Команда Владимира в этом году играла в высшей лиге. Как шутит КВНщик, удачно. Вылетели в 1/8. Но сегодня не его будут оценивать, а он выставит баллы. Ответственность, конечно, колоссальная, как и у всех Владимиров в нашей стране. На мне, в принципе, в жизни лежит груз ответственности за людей, за природные ресурсы нашей страны, за то, как будет развиваться политическая ситуация. Соответственно, если какие-то команды будут недовольны тем, какие оценки им поставили, они, скорее всего, начнут бунтовать. Мне этого не хочется, поэтому нужно будет проявлять лояльность, ну, может быть, иногда бескомпромиссность. Сидя в жюри, не оставался за кадром. Почти каждая команда, за редким исключением, нашла, как вплести коллегу в свое выступление. Вот, ты знаешь, что все-таки не будем у тебя вытаскивать на сцену, сидя здесь на своем месте. Мы просто будем знать, что у нас есть свой человек в жюри. На открытии 17-го сезона Ростовской лиги КВН 12 команд-участников. Есть и гости, они выступают вне конкурса. Тем не менее, их шутки ни в чем не уступают. Случай в очень бедной школе. Так, давайте посмотрим, все ли сегодня пришли в школу. Мишалкина, пришла? Пришла! Молодцы. Здравствуйте, дети. Не садитесь, полы холодные. И давайте ближе двигайтесь к костру. Какое сегодня было домашнее задание? Выжить! Молодцы, дети! Удивить, передать свои мысли. Желательно, чтобы еще и смешно было при этом. Не услышать Станиславовского не верю. Поэтому к подготовке относятся серьезно, как никогда. Не спали несколько дней. Вот последних прям не спали. Прям готовились. Мама меня не видит. Я живу в другом городе, она вообще меня не видит, представляете? Небоскреб, помоги мне. Да, хозяин. Дорогие друзья, представьте такая ситуация. Что бы было, если бы фраза «все, что нас не убивает, а делает нас сильнее» действительно работала? В этом сезоне много ранее неизвестных имен. Не абсолютно новые, скорее обновленные команды вышли на сцену под другими названиями. Яркий пример – проспект энтузиастов 7.15. На, шапку одень, простудись. Друзья, это же волшебная шапка. Да, только да. Надев ее, я стану энтузиастом. Можно? Да, конечно. Давайте попробуем. Обращение пацанов Чкаловского для Ивана Дорна. Вот пацан поет. Мужчины плачут, там как одиноки. Они не любят никого, лишь только твои ноги. Но даже если ты накрутишь бегуди, один лишь выход от тебя с ума сойти мне. У меня вопрос, а на что, на ногах бегуди накрутить? Команда образовалась вот в этом году. Ну, тут есть в команде опытные игроки, которые уже выступали за различные команды области. В частности, я выступал за команду КВН «Нота Бена» раздвинул. И как-то образовались в этом году. Хотим играть в Ростовской лиге дальше. Кажется, перед нами пролетела вся жизнь. Хотя нет, только черная ее полоса. 7 человек и звукарь. Из них всего 2 парня. Ребята из молодой команды «Южный город» играют всего 3 месяца. Пробные шутки юмора на актуальные темы, которые ищут в интернете. И хотим, чтобы нас запомнили няшками. Приоритет оказался в приоритете. Набрав 67 баллов из 70 возможных, команда стала лидером игры. Как же ты мне надоела со своими придирками. Все, Оксана, конец дружбе. Давай, я ухожу. Забирай свои подарки, на вот эти вот сережки. Забирай вот эти вот свои сережки. Она же моя. Вот этот вот кулончик. Я его год назад потеряла. И вот этот браслет. Это ошейник моей собаки. Ее вместе с ним похоронили. Откуда ты взяла? Идите в дверь. Второе место у Ростов ДГТУ. Вырезана цензура ЮФУ, замкнула тройку. Смеялись и оценивали Алина Николаева и Алексей Бабичев.